Здравствуйте. А кто старшей бригады, скажите? Мастер там. Там? Да. Здравствуйте. А кто старше у вас? Голос. Здравствуйте. Интернет-ТВ «Голос народа». А скажите, а почему с той стороны нету соответствующих знаков дорожных о том, что ведутся работы? Но машины как бы въезжают, сразу попадают в неловкую ситуацию. Ну да, ну по правилам дорожного движения, если ведутся ремонтные работы, они должны обозначены будут с обоих сторон соответствующими дорожными знаками. Знаков нет. Ничего не стоит. Не, ну как это? Не? Не нарушаете ничего? Ну обозначьте, пожалуйста. Беру. Тарабань. А все равно поставили не туда, блин. Вот куда поставили знак. А работы начинаются вот здесь. Повторим эту хуйню, блядь. Скрытого номера. Блядь, пидорасы поразбивали дорогу, блядь. Ебать, с такими диагоналями, блядь. Я таких разливов не знаю, я такие люди, блядь. Там их на искусстве нахуярили. Так. Пиздец, блядь. Понарыли, блядь, гандоны.